Друзья, этика 21 века, она немного новой становится. Теперь есть список, где не рекомендуется делать селфи. Да. Серьезно. Этот список создали эксперты туристического портала. Итак, запоминайте, нежелательно делать селфи в концентрационных лагерях и около памятников жертвам геноцида. Угадайте, почему. Нежелательно делать селфи за рулем просто потому, что травматологи говорят, что вам потом эти смартфоны вынимать неудобно. Селфи с животными тоже не нужно делать, потому что часто ради этих селфи люди вредят животным. Была ситуация, когда даже дельфин погиб. Его выкинул на берег, и вместо того, чтобы помочь, люди давай селфи делать. Тоже не рекомендуется. Не рекомендуют делать на нудистском пляже селфи. Опять все те же травматологи беспокоятся за вашу жизнь, если в кадр попадет кто-то еще. Ну и, естественно, не рекомендуют делать селфи в церквях, в мечетях, потому что люди помолиться пришли, а тут вот это... Друзья, вообще... Старые хорошие кнопочные телефоны избавят вас от таких вот проблем, я вам честно говорю.